Картину принято считать своеобразным завещанием Куинджи. Тот факт, что она не была завершена, воспринимается как символ вечности творческого пути художника. На полотне изображена безмятежность южной ночи. Темная пора уступает свое место первым утренним лучам. Природа словно замерла в ожидании рассвета. Безоблачное небо венчает луна в виде изящного серпа, который вот-вот исчезнет, уступив место солнцу. Вместе с ее светом в спокойной водной глади отражаются проблески восходящего дневного светила. Еще одно свидетельство грядущего утра – вышедший на пастбище табун лошадей. Пространство Куинджи изобразил с неизменным мастерством. Редкие, едва уловимые облака подчеркивают высоту небесного свода. Убывающая в туманной дали земля кажется задавленной им. Композиция стройна, уравновешена и построена согласно всем канонам классицизма. Каждая фигура на переднем плане гармонично вплетается в общий пейзаж. Серо-фиолетовый колорит и насыщенный влага-туманный воздух создают ощущение свободы и прохлады.